Сегодня в детской музыкальной школе как-то по-особому весело и интригующе. Все дело в том, что в учреждение приехали действующие актеры Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева. Столичные театралы Дарина, Зинаида, Наталья – теперь постоянные гости нашего города. Именно на базе Лыткаринской музыкальной школы они будут преподавать театральное искусство. Мы познакомились с Алексеем, директором музыкальной школы, и возникла такая идея о создании театральной студии на базе музыкальной школы, чтобы можно было воспитывать детей, начиная с 7 лет. Ну, это допустимый, приемлемый возраст, когда дети идут в школу, в первый класс. Начать такое дело, как театральная студия. И здесь, собственно, рассказать детям, показать, объяснить азы, начало профессии, суть профессии, в чем смысл профессии. Потому что профессия достаточно интересная, тонкая, и как я с коллегами своими соглашусь, мы обсуждали это не раз. Основная задача все равно – это воспитание чувств. Воспитание чувств. И чем раньше начинать это делать, тем полезнее и для детей, и для их родителей тоже. У педагогов уже разработан план работы. Свою обучающую программу они предполагают разбить на несколько блоков. Первое направление – это сценическая речь и упражнения для артикуляции, которые помогут научиться выразительно выступать перед публикой. Второй раздел – психофизические тренинги. Они способствуют развитию внимания и памяти, умение концентрироваться, избавляться от физических зажимов. Третий блок – основы сценического движения. Этот раздел поможет развить пластику, умение владеть пространством и контактировать с партнером. Дело это тонкое, очень подробное. И мы вот хотим настроить родителей в ближайшее родительское собрание, чтобы они были готовы к тому, что быстрых результатов ждать не надо. Это процесс. В первую очередь это процесс. И мы работаем на процесс, а не на результат. Говорить о каких-то результатах можно будет, наверное, к концу учебного года, ближе к лету, когда будет понятно, когда детки будут немножечко понимать суть происходящего, и мы будем видеть, какие шаги они делают. Потому что это работа, в первую очередь, с человеческими душами. Это очень тонкая история, и тут надо будет очень деликатными быть. Вот. Но все, что в наших силах, все, что от нас зависит, все, что мы можем дать, конечно, по максимуму будем давать детям. Ребятам расскажут о сути профессии, учителя помогут раскрыть весь имеющийся потенциал детей, задав правильный вектор развития. Педагоги уверены, что навыки, которые получат лыткаринцы в ходе обучения, обязательно помогут им в жизни. Быть может, не все из ребят покорят помосты Большого театра, но умение общаться и правильно вести себя на публике, несомненно, им пригодится. Максим Морозов, Алексей Устинов. Новости Лыткарина.